Чемпион России, трехкратный чемпион РКФ. Почетные титулы принадлежат Алабаю Рихотару. Он с хозяйкой приехал в Рязань из Королева и стал первым победителем 5-й юбилейной монопородной выставки среднеазиатских овчарок ранга «Победитель клуба». Территория САО 2019. В Рязани именно на этой выставке первый раз. Впечатление просто шикарнейшее. Призовой фонд, атмосфера, все организовано, шатры, вода. Номинаций много. Среднеазиатские овчарки разделены по возрасту и полу. Отдельно соревнуются ветераны, щенки, юниоры и взрослые особи. В выставке помимо представителей из России участвуют собаки из Эстонии, Латвии, Узбекистана, Белоруссии и Украины. В этом году у нас записалось больше 300 собак. Случай очень уникальный. Первый раз такое количество собралось у нас в Рязани. И вообще в России считается эта выставка самая крупная. Иркутск, Волгоград, Красноярск, Пермь. Участники приехали из разных уголков страны. Заявлено около 30 регионов. Многим в дороге пришлось провести не одни сутки. Приехали мы за 4500 километров. На такую шикарную выставку мы не могли не приехать. Вы знаете, здесь очень много собак. Огромное количество разных представителей. Но нам так хотелось прикоснуться к этой истории. Великолепно все сделано. Огромный ринг. То есть, вы знаете, это, наверное, самая лучшая выставка сейчас в России. Мы очень довольны. Выставка большая, мы знали об этом. Мы готовились, ездили на другие выставки попроще, помельче, где как бы оттачивали свое мастерство. Она совсем маленькая, она еще в классе бэбиков. Поэтому тренировка была нам необходима, конечно. На этой выставке всегда очень хорошая конкуренция. Собаки все очень классные. Хозяева их тоже. Вот, поэтому будем соперничать. Стоит отметить, что организаторы подали заявку в Книгу рекордов России. Ведь на одной площадке собралось рекордное количество собак одной породы – 319. Каждый хочет стать победителем клуба. Ведь по новому закону со следующего года этот ранг отменят. Останется только чемпион клуба и обычные выставки кандидат чемпиона клуба. Ранг выставки победителя клуба больше просто их не будет. Он дает возможность получить большему количеству собак титулы, которые учитывают при присвоении титула чемпиона национального клуба. Оценивают собак эксперты международной категории из Казахстана, Владимира и Москвы. Члены жюри отмечают, что главное – это тип и здоровье питомцев. Я люблю таких цельных собак, литых, крепких, с хорошими связками, с красивыми головами, с хорошими сухими глазами и губами. То есть я люблю стандарт. Обращают внимание и на характер овчарок. Владельцы отмечают, что, несмотря на размеры собак, они очень добрые и отзывчивые. Собака настолько самостоятельна, она удивляет своим принятием решений. Она не агрессивна, она такая крупная, она великолепно охраняет территорию, но она абсолютно не агрессивна. На трибунах собралось множество болельщиков, а те, кто не присутствовал лично, могли увидеть онлайн-трансляцию соревнований на YouTube-канале «Алабай-62». Выставка продолжалась до позднего вечера. Призы и подарки получили все участники. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».